Все, запись пошла. И цифры там идут. Вот это вот принять, потерялись, в папку положить вот. А на мою поставить там штампик. Которая с щиной печати себе возьмите. Она в ногой здесь. Да? Так, а теперь вот главное, что мы подавим два наших, это вам, а это нам, все печати, одинаковые, посмотрите. Приезжали от вас. Угу. Это наш ответ. Мы фамилию не знаем, кто по-моему прокурора был. Маленькую справку хотел навести. Скажите, Сухов живой? Бывший прокурор Мамонтовского района. Не знаю. Не знаете? А Жабина Елена была? Если они у вас появятся здесь, передайте наилучшие пожелания. Они к нам приезжали и очень хорошо относились. Тогда был Пороскун, краевой прокурор. Они помогали просто. Мы что-то обращались за помощью. Он что-то купил, сам приносил в детский лагерь. Я после операции не мог, Сухов. Здесь был прокурором. Скажите, был здесь Ласкин, просто низкий поклоном от детей, от всех. Все подошло. До свидания. Молодцы какие. Пока сними, обернись назад еще раз. Вот отсюда здание сниму. Так, теперь все. Можешь нажать, я встану сейчас туда, меня сними. Стой оттуда меня, чтобы я попал. Сейчас я покажу еще. Ну, пошли. Так, в администрацию попасть надо и в Свято Октября.